Основное, то, что хотел сказать, в рамках поддержки, которая есть на территории округа и Московской области, есть три вида финансирования. Это федеральное, региональное и муниципальное. Социальное предпринимательство – тренд, который набирает обороты. Помощь людям с ограниченными возможностями, вопросы образования, экологии и другие социальные темы одинцовские предприниматели обсудили на заседании круглого стола. Мы сегодня будем встречаться, обмениваться опытом, рассказывать о своих достижениях. Ну а мы со своей стороны расскажем о мерах поддержки, о субсидии, которые возможны для социальных предпринимателей, которые работают на территории Московской области. Социальный бизнес для тех, кто на личном опыте знает о проблемах и сам выбирает пути их решения. Развитию субъектов этого вида предпринимательства в округе способствуют существующие меры поддержки, проведение деловых встреч и дополнительные консультации, отмечает председатель комитета по развитию социального предпринимательства. Московская область является лидером по количеству социальных предпринимателей в реестре социальных предприятий, поэтому и в том числе и финансовой поддержки. И важно, чтобы наши социальные предприниматели Занесовского округа пользовались мерами поддержки, которые сейчас активно предоставляются социальным предпринимателям. У нас в округе открывается кабинет уполномоченного по защите прав предпринимателей. Общественная приемная работает в Одинцове по адресу Верхнепролетарская улица, 5А. Обратиться за дополнительной консультацией можно с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».